Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере смотра Rage. Ой, как я давно этого не говорил, все как всегда. И сегодня мы с вами будем открывать гаражи, как я этого давно не делал. Так что, вернее, какие гаражи? Контейнеры. Здесь контейнеры. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать. И мы начинаем. Собственно, денег, как у меня после покупки Вашки, как бы нет. Снимаем 5 миллионов, я надеюсь, мы сегодня не всрём. Я надеюсь, хотя бы там 1100 заработаем, надеюсь. Если кто не шарит, вот здесь находятся эти гаражи. Они в 15.10 и в 21.10. Так, метка поставила, все. Надо карту врубить, а то не видно, нифига. Короче, это вторая серия по... Так, что хочу сказать по гаражам, блин, по контейнерам. На Радмире говорю, что это контейнеры, а здесь говорю, что это гаражи. Короче, как всегда, вторая серия по гаражам. Первую записала еще, когда только вышла эта система. Я тогда открывал и средний, и эксклюзивный, ну, которые самые дорогие, это третий класс. Я открывал дешевых очень много. Вот, и эта серия еще выходила, сейчас вам скажу, я вот сейчас телефон открыл. 3 месяца назад набрала 1500 просмотров и 85 лайков. Пацаны, давайте, если эта серия наберет, давайте тоже 85 лайков, то выйдет еще третья серия, где мы пойдем открывать только дорогие гаражи. Как я говорил, если активность там хорошая соберется, запишем второй. Вот, в принципе, слово держу. 3 месяца прошло, уже почти 4. Ну да ладно. О, пацан на гелике уезжает, значит, что-то не особо там пошло. Заезжаем, бля, как я люблю оптимизацию насмотрел, пацаны, вы просто видите на своих экранах. Блять, люблю столбы невидимые. Вот здесь я надеюсь пролечу, все, норм. Так, салам алейкум. Так, давайте вот открою вот этот, например. Там была счастливая полтора, да? Один или... А, 1666, 666. Вот эта ставка, которая там была популярная. Больше одной ставки делать нельзя. А раньше можно было? Не, вроде тоже нельзя. Короче, пацаны, открываем листочек. Где мой? Листочек перекупа. И сейчас будем записывать, что нам выпадает. И потом в конце подсчитаем. Конечно же, в принципе, как и на Радмире, здесь будет внизу там банк. И вы увидите, сколько я поднял, сколько всрал. Вот это сразу все. Собственно, также хотел сказать перед началом этого ролика, что они работают не как гаражи на Радмире. Здесь чем больше поставишь, тем больше тебе выпадет. То есть, если ты поставишь 500 тысяч, тебе выпадет Марк Приора, там плюс 200 тысяч. Либо тебе выпадет мопед, ну, мотоцикл, минус 200 тысяч. Короче, здесь не получится поставить там 500 тысяч, а купиться там ляма на 3. Здесь либо... Зачем мне твои кроссовки за 100 тысяч? Здесь либо ты жестко окупишься, либо ты жестко уйдешь в минус. Вернее, такого нету. Здесь ты немножечко окупишься, либо немножечко уйдешь в минус. В принципе, ничего страшного. Вот, ставим 1666, это очень фартовая цифра, как вы видели по предыдущей серии. В принципе, осталось 5 секунд. Что мне не нравится, что здесь тачки могут сразу слева спамниться. Открыть, я надеюсь, не E30. Бля. Это дешево, да? Это же лям. Лям 400. Забрать деньгами. Лям 400, ладно. Открываем следующий. Здесь должна быть Шкода. Мне за Шкода выпадала за 2100. Должна. И, кстати, здесь сразу тачки лучше всего сливать, потому что они не фата, что ты еще потратишься на фата и продашь еще дешевле, чем смог здесь. Поэтому здесь тачки сразу все сливают. Ну да, спустя 3 месяца здесь активности-то не особо, а то раньше, помню, столько здесь людей было, это капец. Пацаны, не знаю почему, но у меня почему-то прервалась запись экрана на целых 20 минут. То есть я открыл, можно сказать, 8 гаражей без записи и просрал где-то... 1 миллион. Ну, короче, сейчас вам по-бырому расскажу. Открыл за лям 600. Мне еще выпал RX-7. Ну, это так, я примерно рассказываю, потому что я открываю за лям 666, вот. Потом открыл за лям 555. Мне выпал R34 Skyline за лям 500. Потом открыл еще раз за лям 700. Мне опять выпал Skyline 34 за полторашку. Потом открыл за лям 800. Мне выпал Crown за 2 ляма. Это единственный плюс был. Потом E46 открыл за 1.8. Она стоит 1.3. Потом за 900 открыл. Мне выпал X5 за лям. Открыл за 900. Мне еще выпало E38. Потом открыл за лям. Мне выпала Mazda MX5 за 920. Короче, за все это время я еще в минусе на 712 тысяч. 221 рубль. Так что туда в банк доплюсуем и открываем следующие кейсы, потому что осталось еще 8. Ну, фу, все, в отбоку, опасно, да? Да? Одновременно, да? Я не смотрю, не говори. Ты видишь? Я нет. Не, бля, у тебя такая реакция, я уже... Давай. Раз, два.
3. Бля. По говну получили чисто, блин. Капец. 1,4. А, нет, я в плюсе на 100 тысяч. 2, 100, 1,9, да? Да, он 1,9. Пизда. Пришел было 5,5, сейчас 3,9. 10, 9, 8, 7. Открывай, да. 5 секунд, да. Просто молчи, по-братски, по-братски. Это пиздец, да? Это еще... 1,3, ёб твою мать, а. Я хочу вот этот контент. Я в следующий раз его открою. Он, ну, бля, окуп. Окуп, а этих два говно ебучих. Говно, они их пофиксили, отвечаю. Не может быть такого. Столько минусов подряд, это хуй-то. А, братан. Ну, лучше молчите. Марк, да? А, нет, это слив. 750, да вы заебали, отвечаю на. Пиздец, что за хуета? Что за херня, пацаны? Все равно будет минус, блядь. С моей удачи здесь будет минус, да. Сейчас еще мопед за 300 выпадет, я просто до побачи. Марк, да? Марк, давай, давай, Марк. Я даже смотреть не буду, блядь. Веста за 950, нормально. А, на 950. Нормально. Не-не-не, все, забей. Надо бабки. Все. Блять, опять минус, вы что, ебу дали. Это 820, да? Е38. Да, и можно я теперь это? У тебя правый. Правый. Все, молчите, пацаны, молчите, по-братски, на. Слив. А нет, я не... Туда. Последний раз ставлю, больше я не ухожу, все. Давай, короче, клаун, куроун, блять, Шкоду я уехал. Это, короче, геликом маню себе эту, немецкую, что-то такое. Не, немецкой не надо, не надо, японской надо. Сейчас, а подожди. Все, я краун, хочу краун. Японец вытягивает ауру крауна, давай. Тяни, тяни, о, тяни, тяни, тяни. Я снял наушники, на всякий случай, чтобы они не спойлерили. Просто убираю. Кто? Бля, японская, согласен. Сука, на полтора стоит. Да, сколько супра стоит? Лям 300. Эх, блядь. Вот этот 714 и все. И уезжаю. А, аукцион закрыт? Блять, ой, блять, просто, и даже считать вот это не буду, У меня было 5500, минус 2700, 2800, пацаны, на ровном месте. Пацаны, там все, вот такая вот серия по гаражам, хотел сказать, тут по контейнерам вышла, в принципе, что гаражи в МТА я просираю бабки, что здесь я просираю бабки, просрала, сколько я говорил, 2,8, да, за 16 контейнеров 2,8 миллионов, как, просто как не было, вот такая, просто щелк, и все, и нету. У Эмона так денег нет, он еще идет на гаражи сливает. Короче, пацаны, я надеюсь, вы поставите лайкос этому ролику. Поддержите хотя бы лайками этот ролик. Я надеюсь, вы ждали эту серию по гаражах. 3 месяца все-таки не было. Вот поддержите за то, что я слил 2,8. Давайте я разменяю там 2,8 миллионов на ваши лайки. Мне будет очень приятно. Напишите в комментариях, окупались ли вы на этих контейнерах, либо нет. Либо какая самая выгодная цена, чтобы ставить и всегда окупаться на гаражах. Блин, я чуть офигел. Вся жизнь перед глазами пробежала, вот. Также подпишись на канал, чтобы не пропускать много нового интересного контента просмотра Rage. Ставь колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. А мне какого, блин, хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.